Педрила ебаная, пойду куплю Бульвар Зеленый. Да, и мы с вами сегодня будем смотреть одно видео. Это видео ужасное. И давайте приступим. Всем привет, с вами Анастасия Орлова. В общем, узнаете? Я думаю, что Анастасию Орлову теперь многие запомнят очень надолго. Но это, как видите, я. Дорогие мои, вот это вот ебальцы. Интересного человека такого достаточно. Придурка малолетнего, животное. Почему? Сука, противное. Ладно, окей. И мы, короче, решили немножко поимпровизировать. Все, что вы увидите на камеру, это самый настоящий клуб, который мы попытаемся тоже. Да, у нее в руке дилда. Вы правильно поняли. Вам, дорогие наши подписчики. Ну, вы же этого просили, вот мы сделаем. Я вот приготовила дилдо. Я думаю, что она им часто пользуется, потому что, ну... И вот сейчас вот эти вот дилдо мы будем Соколовскому давать. Так что соси, соси, соси. Теперь вы понимаете, что интеллект Хованского и вот Джабы Хатта, он как бы идентичен. То есть Хованский тоже делал видео, в котором трахал Поперечного. И они друг другом не отличаются. Я думаю, что в какой-то момент Хованский превратится вот в эту вот бабу и улетит на Марс. Танчик, соси, блядь! Соси! Почему ты не сошёшь? В жопу твою! Напомню, что эта женщина не любит меня так от того, что я критикую православие. Она православная и не любит меня за критику религии. Она считает, что православие делает людей лучше. Да, делает очень, даже я вижу прям эффект. Что-то не лезет хуя тебе в жопу. Жопу, мы тебе жопу так же раздерем, вот так вот. Как это ужасно. Соколовский говорит, что я съела Бога. Ну, конечно, я съела Бога после того, как он у него долго и мучительно отсосал. То есть она утверждает, что Бог у меня долго и мучительно отсосал? И он ему в жопу давал. Вот и тебе, боженька, в жопу. Вот так же дебилда даст. Ну, видимо, Бог мне отомстит, типа. Это угроза такая. Раздирать твою жопу. На, Витя, короче, сейчас мы его уничтожим, этого сучонка. Нахуй. Какой же это пиздец. Прямо сейчас... Вот это реально происходило. Это делали реальные люди в Омске. Мне это сложно даже представить. Представьте, как мимо них прохожие ходят и видят, как она долбит дилдо какую-то фотографию, а другой, да, он снимает это. И, кстати, чувак за кадром — это учитель. Он учит в начальной школе, вроде бы, потому что маленькие дети бегали, и он в классе снимал. У них еще есть гребаный осиновый кол. Смотри, что списал! Русик, русик! Серьезно, это взрослые люди с интеллектом на уровне 5-летних детей. Серьезно, ей как будто бы лет 5. Я уже бумажку уже, а я уже униженный вообще жестко. А, стоп, это орет мужик за кадром, который как раз таки учитель. Пиздец. Да, это орёт мужик. Это орёт мужик, который является учителем. Держи дилда, сейчас я ему подожгу, блин, этого я, сучонка. Я боюсь брать, блин, в руки. Дилдак огромный. Шлюха, блин, он отсосал. Это шлюха, это шлюха, это шлюха. Соколовский шлюха. Говорит про религию, а сам носит кресты. В этом и был весь стёб. Он последнее видео, которое мы снимали. Вернее, он сам. Они поджигают мою фотографию на полном серьезе. Снимал, сидел с крестом, и все подписчики удивились этому. То ли это... Удивились. Кельтский крест, то ли это просто глум был. Хрен его знает. В общем, суть в том, что... Сгорит. Сгорит ты уже, Соколовский. Дурачок он немножко. Видь, давай, помоги мне немножко, подожги. У меня там дилда смелая. Сейчас, в руках. То бумажка, видишь, не горит. Давай, еще. Мне так неприятно, что они трогают мое лицо, вы бы знали. Блять. Соколовский сгорит, тварь! Это он не горит ни черта. Так он же бес, он же уебан. Ему же надо это в этот, знаешь, в это, в ад отправить, он же дитя ада.
а его ад, как говорится, бережет. Горит уже. Господа, меня бережет ад. Соколовский, а ты умеешь хуй сосать? Я тебе подгоню мальчика, в котором ты отсосешь. Сколько веселья на ее лице. Неописуемого веселья. Иногда мне жаль, что я не тупой и тоже не могу смеяться над всяким унылым говном. Куда я ни зайду, везде либо какое-то говно, либо то, что я уже видел. И особенно это сложно, если учесть, что я ноулайфер. То есть, когда круглыми сутками зачастую сидишь дома, ты посмотрел уже все картинки в интернете. И все сериалы, и все фильмы. И сложно жить, да, сложно. Проблемы белых людей. Будешь молодец. Видишь, огонь идет, а сама бумажка не тлеет. Сейчас мы добьем его, он просто бес. Бесы просто так не горят. О, загорелся. Бес, бес. Короче, отныне зовите меня бес. Это ж прикольно. Главное, чтобы как в той видяшке, где поп катался на мужике, чтобы со мной такого не было. Это слишком жестко. Суки, я убираю. Гори, бес. А у него... Я так понимаю, она озвучивает... Блять. Я мечтаю, чтобы в этом дубляже вышел Дэдпул. То есть он кого-нибудь там пристрелил, а ее голосом этот крик «Я умираю!» Это шикарная озвучка. У него уже сгорел мозг. Какой нахер глаз? Вы что, Власов? 10 из 10. Что скажешь о гомункуле? Будешь ли ты делать гомункул? Нет, я не буду делать гомункула. Я думаю, что лучше всего получается делать гомункулов у Ивангая, потому что куда ты не зайдешь, везде Атева, Тео Блейд и так далее. И все они гомункулы. Только думаю, что он вводил вместо спермы масло в эти яйца, и гомункулы получились такими. У него мозг сгорел, и он теперь стал как растение. Да у него лучше бы хуй сгорел, блядь. У этого уёбища. Да он себе резиновый приделает. Сука, уёбище нахуй, ебаное. Гнида, блядь. Сгорит уже. Что ты мучаешься уже? Сгорит, у тебя мозг сгорел, ты уже не... Откуда столько ненависти ко мне? Я не понимаю. Не можешь создавать свое дерьмо. Ну это очень весело. Пидорас, сука, ебаный. Сейчас мы добьем его, пидораса этого, добьем. Так что вы напрасно надеетесь на то, что мы его не добьем. В Омск я не ногой. Добьем. Он уже мучается, блин, больше 4 минут. Ну-ка, Витя, держи. Сейчас мы этого пидораса еще... Давай, любимый. Жги этого быдлана. Он так... Быдлана! Ладно. Из головы. Мы его жгем из головы. У него же кровь прилила к его мозгу, который уже сгорел. Да у него что, думаешь, мозг был, что ли? У этого уебища, сука, ебаного. А, у меня пальцы горят уже! Ты... Горит, пусть горит, ты поебала, Не гори, сука, ебало! Смотри, он вылетает на набережной, вон и пепел! Половина уже Соколовского осталась. Короче, мы убили Соколовского, осталось, короче, тут немножечко. Ну да. Соколовский, хуй задротский. Педрила из Нижнего Тагила, блядь. Вернее, педрила из Екатеринбурга, нахуй. Пидоросня, сука, ебаная. Блин, он уже 5 минут уже как Хованский Юра. Он крепче оказался Хованского Юраси, Юрца. Ну ничего, мы же его уничтожили. Это животное, сука. Горит. А у меня пальцы уже тлеет. Ну что от него осталось-то, блин? Останки съедаешь нахуй. Ладно, давай. Шу! Где? Ну все, дорогие. Ну, в общем, давайте музычку вернем. Я хочу сделать так, чтобы все знакомые этого Власова и этой женщины узнали о том, чем они занимаются в интернете. Я даже ЛС открыл, чтобы вы мне скинули как можно больше информации и предложили как можно больше вариантов, как все это расфортить. Пишите мне. И да, почаще показывайте мои видео всяким быдлонам, потому что их реакция просто уморительна. Боже мой, я давно так не смеялся. Ну а полную запись стрима ты можешь глянуть по ссылке и заодно можешь подписаться на канал с записями стримов. Там они выходят довольно часто. С вами был Соколовский, и всем пока.